А мы тут освобождаем свою землю. А мы ждем, когда вы освободитесь. Сука! Тяжелые бои за Бахмут. Ценой больших потерь с каждой стороны. Россия пытается наступать и окружать. Украина отбивает Бахмут. Атаки. Это Украина. Дочечка, спасибо большое. С нами все хорошо, мы живые. Сам город превращен в руины. Холодно, нема одеял. Вот все погано. Налево враг, направо РФ. Вы были в составе ЧВК «Вагнер»? Пригожин объяснил, почему боец ЧВК «Вагнера» стрелял в полицейских. Конфликт в Урус-Мартане. Кадыров грозит всех участников отправить на войну в Украину. А также новые санкции ЕС против России и Европа, заваленная снегом. Теперь об этих и других событиях дня. Сегодня понедельник, 12 декабря. Я, Мелани Бачина, расскажу более подробно. Всем здравствуйте. Сразу в нескольких регионах Украины нет света и воды. В результате российских обстрелов пострадала критическая инфраструктура в центральной и западной части страны. Накануне почти 1,5 миллиона человек в Одессе и области остались без света, воды и тепла после атаки беспилотниками. В минувшие выходные Россия ударила по югу Украины иранскими дронами типа «Шахет-136», заявили в украинском командовании воздушных сил. Вследствие атаки дронов на энергетическую инфраструктуру в Одесской области возникли перебои с водоснабжением и отоплением домов. В самой Одессе аварийное отключение света. Пока все еще без электричества остаются 300 тысяч человек. Из-за экстренной ситуации 2 из 3 портов региона остановили работу. Оттуда Украина вывозила зерно на экспорт. Министр обороны Украины обратился к людям с призывом не расходовать ресурсы, отметив, что ближайшие 2 месяца будут тяжелыми. Алексей Резников считает, что Москва рассчитывает, что Киев попросит о перемирии. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает реальным полное отключение электроэнергии в Украине, но при этом уверен, что украинцы, скорее всего, не будут массово покидать страну зимой. Многие просто переедут в село, где можно топить дровами. Пока же люди объединяются, приходят специальные пункты несокрушимости, как их называют, чтобы зарядить телефоны и согреться. У нас нет света во всем городе практически. Воды не было, но вода есть, слава богу. Ну и надо зарядить телефон, разрядка. Кончилось, все. Надо поговорить с внучкой. Нет света в Одессе, света, воды. Тут чай бесплатный. Конфеты, печенье. Можно переночевать. Рядом бомбоубежище. Ну, все меры безопасности. Россия, возможно, недавно получила или ждет в ближайшее время новую партию дронов из Ирана. На это в своей сводке указал Американский институт изучения войны. Его анализ основан на сведениях об увеличении темпов российских атак с использованием беспилотников на объекты критической инфраструктуры Украины. Командование воздушных сил ВСУ сообщило 10 декабря, что российские военные провели 15 атак с использованием беспилотников иранских шахедов в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, и что украинские ПВО сбили 10 беспилотников. По оценке Американского института, российские силы, вероятно, модифицировали беспилотники для более холодной погоды и возобновили их применение для нанесения ударов по украинским городам впервые за несколько недель. Первый массированный ракетный удар по объектам украинской энергетики с применением дронов Россия нанесла, напомню, 10 октября. В недавнем сообщении NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников США говорилось, что Россия оказывает беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на системы вооружения иранского производства, прежде всего дронов «Камикадзе». Официальные Москва и Тегеран отрицают поставки Ираном в Россию оружия для войны в Украине. Однако Иран признал, что поставлял России дроны-беспилотники еще до начала нынешнего полномасштабного российского вторжения. На фронте очень тяжелая ситуация в Донецкой области под Бахмутом. Российские и украинские войска продолжают нести там большие потери. Город остается одной из самых горячих точек в Донбассе. Российская армия штурмует украинские укрепления. На окраинах идут ожесточенные бои. О, гражданский! Батя, выйдите, будь ласка. Как вам живет? А мы тут освобождаем свою землю. А мы ждем, когда вы освободитесь.
Мирных жителей в Бахмуте осталось немного, а те, что есть, прячутся. Украинские военные пока контролируют город, но бои за него все ожесточеннее. Есть информация, что российская армия планирует окружить Бахмут, поэтому так интенсивно его штурмуют. Бахмутская мясорубка, так называют это направление пророссийские военные телеграм-каналы. По их данным, Украина несет здесь колоссальные потери, до 500 человек в сутки. Генштаб ВСУ число погибших не называет, но со своей стороны заявляет, что российская сторона пытается взять город любой ценой, не жалея своих бойцов, и тоже несет огромные потери. Захват самого города имеет ограниченное оперативное значение, говорят военные эксперты, но потенциально контроль над Бахмутом дает России выход на Краматорск и Славянск, двум крупным городам Донецкой области. На окраинах города идут тяжелые бои, но украинские военные говорят, что сдавать Бахмут не собираются. Бахмут стоит, Бахмут ломается. Бахмут стоит, Бахмут держится. Как бы они этого не хотели и как бы не писали, что они куда-то там зашли, забежали. Никуда вы не зашли, никуда вы не зайдете. И Бахмут вы никогда не возьмете. Это место славы украинских вооруженных сил, а не ваших. Я добавлю, что на бахмутском направлении воюют в том числе бойцы частной военной компании «Вагнер». Среди них есть и завербованные заключенные. За одного из них, который открыл стрельбу по полицейским в Ростовской области, накануне вступился основатель ЧВК Евгений Пригожин. Он написал ходатайство, что готов взять Павла Николина на поруки. Николина задержали на прошлой неделе и арестовали на 2 месяца. На суде он рассказал, что последним местом его дислокации был как раз Бахмут. Он отбился от группы и не понял, что находится уже не в зоне специальной военной операции, а на территории России, потому полицейских принял за украинцев. По данным следователя, боец ЧВК 3 выстрелил в полицейских из пулемета. Известно, что ранее он был неоднократно судим. Основатель военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин предложил взять подозреваемого на поруки под личную ответственность. «С бойцами ЧВК «Вагнер» не было, нет и не будет инцидентов», цитирует Пригожина пресс-служба. «Они идут уничтожать врагов. Для того, чтобы они знали, в каком направлении нужно идти, необходимо на заборе или на столбе приколоть стрелочку. Налево враг, направо РФ». Конец цитаты. Пригожин также добавил, что бойцы ЧВК соберутся и пойдут работать садовниками, как только ваши дети, полицейские и другие мужественные патриоты России отправятся на войну. «Идите воевать, чтобы ЧВК «Вагнер» могла отдыхать», — сказал основатель военной компании Евгений Пригожин. Добавлю, статья, по которой обвиняют стрелявшего в полицейских Павла Николина, предполагает до 20 лет лишения свободы. Сука! Несмотря на жуткий гололед, я все-таки доехал до Бахмута. В городе сейчас идут уличные бои, город в огнях, постоянные прилеты, но город по-прежнему под полным контролем сбройных сил Украины. Привез сейчас буржуйку. Денис Христов привез буржуйку и продукты. Он также вывозит из Бахмута тех, кто решился наконец это сделать. Как правило, это люди, чьи дома полностью разрушены в результате обстрелов. В самом Бахмуте целых домов почти не осталось. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, Россия превратила город в руины. Звуки взрывов и выстрелы тут не утихают. Но, несмотря на это, волонтеры прорываются в город и продолжают привозить гуманитарную помощь, продукты и теплые вещи. Дочечка, спасибо большое, с тобой все хорошо, мы живые, мы тебя любим. Пожалуйста, может подумаете, может все-таки поедете? Нет, я не могу, он ходить не может, он без меня помоет. Давай! Давай себе. На разгрузку буквально несколько минут. Людмила Белая работает в волонтерской организации в Днепре «Крылья свободы». Каждую неделю она везет в Бахмут продовольствие для военных и для гражданских. Ее сын на фронте, и я, говорит, не могу оставаться в стороне. Местные жители ждут приезда волонтеров. В городе остаются несколько тысяч человек, выживают без света, воды и, что самое страшное, зимой без тепла. Невозможно. Холодно. Нема одеял. Вот что погано. Одеял нема, медленно. У хаті 3-5 градусів. Оце за буржуйка зараз стоїмо. Сказали, записуйтесь, сидіть. Ой, коли це закінчиться, коли це закінчиться, Господи.
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом поблагодарил Соединенные Штаты за беспрецедентную военную и финансовую помощь. Беседа состоялась накануне. Байден подтвердил журналистам факт разговора, но подробностей не сообщил. Ну а как сказал Владимир Зеленский, поддержка США не только способствовала успеху Украины на поле боя, но и позволила поддержать стабильность украинской экономики. Зеленский отметил, что Киев скоординировал свои позиции с Вашингтоном. Он также сказал, что будет участвовать в намеченном на сегодня онлайн-саммите стран Большой Семерки, который назвал очень важным. По информации Белого дома, Байден заверил Украину в дальнейшей поддержке, отметив, что США считают приоритетной задачей помощь в укреплении противовоздушной обороны страны. Тем временем российский президент Владимир Путин по-прежнему преисполнен решимости завоевать части территории Украины. Об этом заявил германский канцлер Олаф Шольц, слова которого приводит Бильд. «Всякий раз, когда я разговариваю с Путиным, он очень четко дает понять, что речь идет о завоеваниях. Он хочет силой отвоевать часть украинской территории», — сказал Шольц на встрече с избирателями в Потсдаме. «Жестокость, на которую способен российский президент, мы видели в Чечне, где он практически уничтожил целую республику, более или менее. Или в Сирии, там нет сдержанности. Это просто нужно сказать. Конечно, я поднимал этот вопрос и сказал, что это несовместимо со всеми нормами международного права вести боевые действия так, как это происходит сейчас. Но у нас совершенно разные мнения. Тем не менее, я буду продолжать говорить с Владимиром Путиным, потому что хочу дождаться момента, когда мы выйдем из этой ситуации. А это невозможно, если не разговаривать. Сегодня стало известно, что большая традиционная пресс-конференция Владимира Путина в этом году не состоится впервые за 10 лет. До этого ее проводили каждый декабрь. Сообщивший об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не назвал причину, но, по его словам, в Кремле рассчитывают, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами. Он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных поездок, сказал Песков. А глава Чечни Рамзан Кадыров ввел войска в город Урус-Мартан и заявил, что отправит на войну в Украину всех жителей, которые имели отношение к конфликту между сотрудниками госавтоинспекции и СОБРа. Чеченский телеграм-канал НИИСа распространил видео, на котором, судя по приведенному переводу, Кадыров предлагает всем, кто участвовал в драке, приехать в Урус-Мартан и напасть на спецподразделение Чечни. Или мы отправим вас в Украину, сказал Кадыров. Я приказал всем спецподразделениям выехать туда, а также призываю всех, кто вчера там был, если вы мужчины, приехать и напасть на сотрудников. Вы ведь хотите воевать и драться с нами? Или мы отправим вас в Украину? Если вы мужчины, пусть хотя бы один из вас покажет свое недовольство. Тогда мы вам покажем. У нас есть полные списки, так что либо собирайтесь на специальную военную операцию, либо приезжайте в Урус-Мартан. В Урус-Мартане начались рейды, и людей останавливают на улицах, проверяют документы. Сегодня ночью в ходе таких проверок кадыровскими спецподразделениями задержаны два десятка мужчин, сообщил канал НИИСа. По их данным, в город прибыли 16 тысяч военных и сотрудников правоохранительных органов. На одном из видео, опубликованном в сети, некий мужчина говорит, что нам приказано задерживать любого мужчину, которого мы встретим на улице. Забирать будут каждого, поэтому прошу вас несколько часов посидеть дома, пока все это не закончится. Волнения в городе произошли 10 декабря. Сотрудник ДПС и росгвардеец поругались на дороге. Собровец дал пощечину гаишнику. Тот ответ открыл стрельбу в воздух. По данным местных СМИ, в конфликт вмешались прохожие. Они вступились за росгвардейца и снимали инцидент на видео. РИА Новости, российское агентство со ссылкой на госавтоинспекцию Чечни, пишет, что местные жители агрессивно отреагировали на требования сотрудников ГАИ по Урус-Мартановскому району соблюдать правила дорожного движения. Суд в Петербурге оштрафовал рэпера Оксимирона на 45 тысяч рублей. Поводом стало антивоенное видео, в котором музыкант осудил вторжение России в Украину и объявил об отмене своих концертов. Я сегодня не ограничусь словами о том, что я за мир и против войны.
Дело в отношении Мирона Федорова возбудили по статье о дискредитации армии. А в начале декабря прокуратура Петербурга возбудила на Оксимирона дело по другой статье о призывах к нарушению территориальной целостности страны. Глава Лиги безопасности интернета тогда увидела в одной из композиций рэпера призывы отделить Санкт-Петербург от России. А до этого еще осенью музыканта внесли в список физлиц иностранных агентов. Ну а в Чите суд оштрафовал 26-летнего Ивана Лосева на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии за сон с участием украинского президента Владимира Зеленского. В своем инстаграме житель Читы рассказал, что во сне его мобилизовали. В часть, где он находился, ворвались в ВСУ во главе с президентом Украины. Всех собирались расстрелять. Но тут Зеленский подошел к нему и говорит: «Я видел твои сторисы. Слава Украине!» Героям славы, ответил во сне Иван Лосев. И уже в реальности получил за это штраф. Кстати, на суд он не пришел, потому что проспал. Дело на него завели с подачи ФСБ. Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 9-й пакет санкций против России и Ирана за поставку дронов. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, правда, предупредил, что ряд вопросов еще требует согласования, но выразил надежду, что сегодня или завтра решение будет принято. Новый пакет санкций включает персональные ограничения для примерно 200 физических и юридических лиц, а также дальнейшие ограничения на экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая, в частности, запрет на поставку беспилотников. Санкции против 3 российских банков и 4 телеканалов. По данным нашего корреспондента в Брюсселе, обсуждаемый документ уже смягчен по сравнению с первоначальным предложением. Ограничения, хоть и влияют на экономику России, они вряд ли серьезно изменят политику руководства страны, говорят ряд экспертов и политологов. Вполне возможно, что Россия пойдет по венесуэльскому варианту. Я знаю, что, так сказать, ряд санкций, касающихся непосредственно нашей торговли углеводородами, еще либо не вступили в действие, либо не начали действовать в полную силу. Вот сегодня так, послезавтра будет как-то по-другому. Вот опять же посмотрите на Венесуэлу. Она под этими санкциями живет некоторое время как. Покупатель, хоть со скидкой, всегда найдется на горючее. Найдется. Не туда, так в другое место. Можно продать дешевле, но сколько денег-то дадут? И этих денег хватит на то, чтобы кормить охрану и спасать от голода беднейших, покупая их лояльность. Значит, вот да. Простая, самый вот скелет примитивного авторитаризма ресурсного. И к другим темам. Евросоюз призвал Белград и Приштину к деэскалации в регионе, где выходные протестующие из числа этнических сербов на севере, частично признанной Республики Косово, блокировали основные автотрассы. Протестующие выставили грузовики и другую тяжелую технику, перекрыв дороги, которые ведут к двум пропускным пунктам на границе с Сербией. Сообщалось о взрывах и стрельбе в ходе беспорядков и противостоянии между местными сербами и этническими албанцами. В субботу ночью неизвестные бросили светошумовую гранату в патруль миссии Евросоюза, в чьи функции входит поддержка косовских властей в создании независимых правоохранительных органов. Напряженность в регионе наблюдается уже давно. Последние протесты вызваны арестом 10 декабря косовского полицейского этнического серба Дияна Пандича. Он был одним из полицейских, которые массово подали в отставку в прошлом месяце в знак несогласия с новой попыткой Приштины заставить поменять автомобильные номера, выданные сербскими учреждениями, на косовские. В 2008 году Косово объявило независимость от Сербии, а Белград отказался это признать. Арестованного Пантича обвиняют по статье о терроризме, возлагая на него ответственность за атаки на правительственные учреждения. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград будет стремиться к деэскалации, но обвиняет власти Косово в многочисленных односторонних действиях, которые привели к напряженности. Важно, да. Важно, чтобы Дијан Пантич и многие другие сербы были освобождены, потому что у них нет никаких улик против них. Это ключевой момент. Они сфабриковали против них обвинительные акты. Это протест против беззакония, против неоправданных арестов, протест против ежедневного нарушения прав сербского населения там. Мы вновь призываем КФОР, миротворческую миссию НАТО в Косове, гарантировать свободу перемещения. КФОР в Косове должны создать спокойную, безопасную обстановку. Блокирование дорог общего пользования, тяжелой техникой участникам преступных групп, которые стреляют в нашу полицию, в полицию Евросоюза не просто неприемлемо, а не должно повториться в будущем. В Европе в ряде стран сложилась чрезвычайная ситуация из-за ухудшения погоды. Так в Словакии, например, сильный снегопад и ветер привели к закрытию дорог.
Общественный транспорт остановлен. Самая сложная ситуация на востоке страны. Там выпало до 30 сантиметров снега, а для этого региона это очень много. На место отправили группу спасателей. Жителей попросили по возможности оставаться дома. А вот на границе Хорватии и Боснии и Герцеговины река Уна вышла из берегов. Из-за сильных дождей подтоплены десятки домов, дороги локального значения размыты. Если осадки не прекратятся, власти по обе стороны границы готовы проводить эвакуацию. Вблизи боснийского города Градишко паводком снесло мост, затоплены фермы. Хорватия направила армию, чтобы соорудить укрепления вокруг приграничных населенных пунктов. Ситуация здесь действительно опасная. Гости моего дома только что уплыли на лодке через двор. Их эвакуировали на лодке. Два деревянных дома дальше полностью затоплены. Мы не можем туда попасть. Из соседнего города мне передали этот защитный костюм. И в завершении выпуска новости в буквальном смысле с Луны. Космический корабль «Орион», летавший к Луне, приводнился в Тихом океане. Посадка прошла в штатном режиме. НАСА запустила капсулу 16 ноября в ходе миссии, которая продолжалась почти месяц. «Орион» дважды облетел Луну. Этот запуск позволил оценить возможности аппарата и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли. Полет «Ориона» был пробным, а поэтому не пилотируемым. На борту капсулы находились три манекена. Но полеты «Ориона» с астронавтами на борту, как ожидается, начнутся в конце 2024 года, а позже даже запланирована высадка на Луну. В последний раз человек побывал на Луне 50 лет назад. Это был экипаж американского «Аполлона-17». Кстати, новый проект освоения Луны в НАСА назвали «Артемида» по имени сестры бога Аполлона в греческой мифологии. На этом сегодня у меня все. Мы продолжаем следить за тем, как развиваются события. Вы не забывайте оставлять комментарии, подписывайтесь и, конечно, берегите себя. Я Мелани Бачина. До встречи.